Знакомьтесь, это Роман Георгиевич, мой тренер по дзюдо. Красавцев. Ручки на коленочку. Спинку выпрямили. Рей. Здравствуйте. 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 Ну что, занимаемся? Да. Ручки высоко подняли. Только на носочках идем. На носочках. На пяточках. На пяточках. Ручки в стороны. Только на пяточках. Так. Как мишки косолапые. Мишки косолапые. Молодцы. Потихонечку побежали со мной. В стеночки не врезаемся. Голову нужно сделать в бок, чтобы видеть, что у нас происходит. Стопает мячик и прыгает. А вы сколько смотрите? А я пока не ловлю, просто я мячик только. И вы мячики прыгаете. А теперь да. Да. Ручки в сторону. Устал? А я нет. Ну раз устали, тогда давайте ползем на животе, как червяки. Вот, ползаем. Можно переползать? Можно, можно переползать. Червяки могут переползать. Все, уползай, Илюша, уползай. Уползай. Ага. Да, молодцы, червяки. Так, хорошо, теперь... Бревнышки катаемся, знаете как? Да. Бревнышки катаются. Колбаски, бревнышки, давайте. Может. Ой, аккуратно. Аккуратно, Ярослав, не врезайся. Да. Паучками. Знаете, да? Давайте, паучки, ходим. Молодцы, паучки. Спиной ходим или вперед ногами, или спиной. По всему залу ходим. Вот, я с вами тоже хожу. С вами хожу тоже. Кого я догоню сейчас, того укушу. Нет, только паучками, все паучки. А я ловлю, оп, поймал паучка. Убегай, Леша, убегай. Вот туда уже поймал. Оп, поймал паучка. Так, оп, поймал. А теперь вы меня ловите, вы паучки меня ловите. О, поймали. О, показываю. Вот это лошадка. Смотрите. Четыре у него лошадки. Пошли. А, давайте лошадки. А вы вас ловите? И я с вами, да, я буду вас ловить. Я поймаю. Собачки, как собачки. Вот. Теперь вы меня ловите. О, поймали. А теперь я ловлю. Я ловлю. Я поймаю. Пауза, 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 убегай. Давайте теперь завязываем пояса. Так. Я не умею. Где? Так я не умею. Ну, давайте попробуйте сами. Как? И ты. Давай, я уже завязываю. Пробуйте, вы учитесь. Вы умеете, умеете. Да. Развязать? Развяжи, завяжи. Вот. Ну, у вас же есть руки, есть пояс. Ну, а если вы не можете, то учитель Гена вам поможет. Потому что он
Умеет. Потому что когда-то его научил кто? Тоже. Геннадий Игоревич. Геннадий Игоревич. Кто-то тоже научил завязывать пояс. Я нет. Геннадий Игоревич. Давай, Зюша. А я да. Ой, я правильно делал? А зачем еще? Так. Я могу делать. А мы вам потом в конце занятия подарки дадим. А вот узнаете, сначала занимаемся. А я правильно сделал? Ну давай, завязывай, сейчас посмотрим. А у меня скакалки прыгают. Так, хорошо. И я вот. Так. И повторяйте за мной. Один. Два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Один, два, три, четыре. А теперь я считаю, а вы сами делаете. Один, два, три, четыре. Один. Ну ничего страшного, завтра будешь дружить. Два, три, четыре. Один, два, три, четыре. Илюша, хорошо. Если ты устал, тогда ты можешь просто смотреть. Хорошо? А я устал стоять. Раз, два, три, четыре. А я устал стоять. Так, а теперь посмотрите. Сложнее упражнение. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Ну-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Итак, мы научились считать до восьми, да? Да. Давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Так. Это первое упражнение, да? Один, два, три, четыре. Домой придете, маме с папой, бабушке, дедушке покажете, чему вы научились. И скажете, ставьте вот так. Мама, папа, бабушка, дедушка. И за мной повторяй. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И посмотрите, может мама с папой, бабушка, дедушка так делать или нет. А потом скажете, а теперь сложное упражнение. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ничего, будет. Итак, давайте вспомним первые наши два упражнения, которые вы покажете дома сегодня. Да. Какие упражнения мы делали? Два. Значит, да, четыре мы считали. Давайте посчитаем. Один, два, три, четыре. Теперь я считаю, вы сами делаете. Один, два, три, четыре. Молодцы. Один, два, три, четыре. Браво, браво. Молодцы. А теперь мы считаем еще до? До восьми. До восьми. Ну-ка, давайте. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще раз сделаем, давайте, чтобы запомнить. Чтобы запомнить. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. А теперь я считаю, вы сами делаете. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Крутиться. И начали крутиться. Быстро, быстро. Быстро, быстро, быстро. Стоп! Стоп! В другую сторону. Быстро, быстро, быстро. Стоп! Хорошо. А теперь взялись не за руки, а за кимоно держимся. За кимоно держимся. Вот так, за кимоно. Вот, за кимоно крепко держимся. Крепко держимся за кимоно. Крепко? Крепко держитесь. И ты держи меня за кимоно. Так, начали крутиться, только за кимоно держимся. Никто не падает. Стоп! В другую сторону.
другую сторону. Стоп. Хорошо. А теперь вы втроем крепко держитесь за кимоно. Так, крепко держитесь. Так. Начали крутиться. Крутиться, крутиться. Хорошо. Только не падаем. Не падаем, не падаем. В другую сторону. В другую сторону. Стоп. Молодцы. Итак, игра по валяшке. Рассказываю. Вы все на ногах. Должны убегать от меня. Кого я поймаю, а я вот так вот бегаю. Кого я поймаю и повалю вниз, тот становится вместе со мной. И мы уже вдвоем бегаем и кого-то должны схватить и повалить. Повалил, тот становится собачкой. Это слово укусить как? Это не укусить, повалить. Я не кусаюсь. Итак, зайцы могут не скакать, а убегать. Готовы? Да. Все, я пошел. Вот, оба, только собачка. Давай, лови. Лови. Опа, и мы его половили. Теперь вот, собачка. Максим и Ярослав остались. Максим и Ярослав. Опа, вали, вали его вниз. Вот, и он один остался. Ловите его. Убегай, Ярослав, убегай. Вот, повали, надо его повалить. Давай, давай, ты стой, стой. Стой, не падай. Не падай, стой, крепко. Давай, я бы его повалим сейчас. Мы его сейчас повалим вниз. Вот. Молодец, Ярослав, молодец, все. Молодец. Так, нет, все, надо Максима догнать. Максима надо догнать. Молодец, Максим, убегай, убегай. Итак, мы с вами ползем до стены, дотрагиваемся рукой, потом встаем на ноги. Куда бежим? Да. Смотрите, нет, подожди, подожди, подожди. Ложитесь, ложитесь. Итак, стоп, стоп, стоп. Ножки до стены дотронулись. Стоп, стоп, стоп. Илья, внимание. Друг мой. Давайте. Геннадий Игоревич смотрит, и я смотрю. Что мы должны сделать с вами? Мы должны запомнить, кто рядом с кем лежит. Посмотрели, запомнили? Чтобы не перепутать. Мы сейчас будем ползти туда, достанем рукой до стены, обратно прибежим и ляжем на свое место. Кто где лежал, там должен лечь, чтобы не перепутать. Хорошо? Запомнили, кто рядом с ним лежит? Так. Почему? Так, а сюда надо добежать на ножках. Я обратно бегу. Я ложусь на свое место. Запомнили. Молодцы. Так. А теперь мы поменяем сейчас упражнение. Смотрите, что. Когда я скажу «поджиме», мы должны встать, побежать, достать рукой до стены, потом лечь на живот и приползти на свое место. Это что, как бы перепутали, забыли? Как будто бы вы перепутали, да. И забыли? Когда я скажу «поджиме», мы должны что сделать? Мы должны встать на ноги, добежать до стены, дотронуться рукой, лечь там на живот. И что сделать? И приползти обратно. Правильно? Да. Приготовились. Почему? Встали, побежали, побежали. Да, обратно ползем. И развернуться, лечь, как мы лежим. Да. На своем месте вот так. Все должны запомнить, где мы находимся. Запомнили? Да. Еще раз давайте попробуем. Молодцы. А на спине вы умеете ползать? Да. Так, давайте покажите. Молодцы какие все. Геннадий Игоревич, вы просто замечательный учитель. Смотри, как ребята... Запомнили все упражнения. Молодцы!
Молодцы! И всего лишь за пару месяцев. Я сейчас вам покажу, как ползать на спине, но немножко по-другому. Вы посмотрите, да. И потом попробуйте также повторить. Хорошо? Да. Договорились? Смотрите. Вы сейчас ползали как? Ручки держали вот здесь, правильно? Да. Голову подняли, подбородок прижали к груди. И ползли вот так, толкались ногами на спине. Мы сейчас сделаем так. Ручки мы держим вот так перед собой. И когда я толкаюсь, я достаю ножку эту, потом переворачиваюсь, толкаюсь, достаю ножку эту. И вот, ну попробуем. Одну ножку достали. Видите, где ручки у меня идут? Вторую. Видите, где ручки у меня идут? Третью. Видите, где ручки у меня идут? Четвертую. Ну-ка, давайте попробуйте. И затрагивай, да. А ручки только вот здесь у нас, вот так. Да, вот так, вот хорошо. Так, вот, да. Молодцы. И вот кто у нас в синем кимоно, как зовут? Илья. Илья, молодец, да, ручки вот так, доставай ножку. Одну, левую, молодец, теперь правую, молодец. Илья, а ты говоришь, ты не умеешь. Ничего себе. Тебе сколько лет, Илья? Четыре. 4 года. Ё-моё, вот это ты даёшь. Сели вот так, сюда, да, взяли ножки и бочоночек. У нас, давайте катаемся. Бочоночек очень хорошее упражнение. Почему? Потому что оно веселое. Да. Как качели катаемся, да? Да. Вот только у нас ножки вот так схватили. Нет, это как горка. Да, как горка, точно. Только головой не касаемся. Подбородок прижимаем. Подбородок прижат к груди. Татами не касаемся. Молодцы. По-японски я сейчас вам скажу. Оно называется уширо-укэми. Как мы делаем? Леша, Леша, молодцы. Так, как же делаем с хлопками? Раз, семь. Вот. Давай. Да. И сюда садимся. Да, садимся. Смотри. Поднимаешься, за ножки кладайся. Хорошо. Молодец. Хорошо. Молодец. Вот, вот так. Молодец. Хорошо. Молодцы. Никита, делай. Молодцы. Хорошо, хорошо. Молодец, Илюша. Делай, делай, Ростов, еще. Будет, будет акробатика. Это у нас называется как упражнение? Ну, кто запомнил? По-японски как это называется? Ушира укэми. Ушира укэми. Придете домой? Придете домой и маме с папой скажете. Ушира укэми. Они испугаются, подумают, что это бабайка какая-то. Посмотрите, какое хорошее упражнение он показал. А ну-ка давайте походили вот так на коленочках. Да, давайте пытаемся. Молодец, я тоже с вами. Молодец, о, о, я тоже держу ножки. Так, да, ножки хватает. У меня получается. Вот. О, у меня тоже, я вспомнил. Когда-то я делал это упражнение. Бабочка. Ножки вместе, пятки к себе. Левая кинья. Бабочка. Кинья. Ну сколько белых? Пять белых бабочек. Пять. Молодцы. Ножки широко. Начинаем тянуться к левой, в серединку, правой. Коленочки не сгибаем, ножки прямые, к левой, в серединку,
правый. Тянемся, голову ниже, коленочки не сгибаются, ножки у нас прямые. К левой, в серединку, правый. Молодцы. Ножки широко, повороты влево, вправо, влево. Ярослав, ножки пошли, сделаем. Вправо, влево, вправо. Да, молодец, Илюша. Влево, вправо. Молодцы. Ножки сделали вместе. Тянемся 10 раз. 1, 2, 3. Ножки не сгибаем. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодцы. А теперь тянемся и ножки закидываем назад за голову, прямые. Потянулись, ложимся, ножки закидываем, возвращаемся. Ярослав, отодвинься от стены. Ярослав. Она ничего мне помогает. 10 раз нужно это упражнение сделать. На пальчики помогает. 1, так. 2, 3. Молодцы, молодцы, закончили. Ножки ставим, ручки ставим. Попу отрываем от татами и рисуем с вами. Круг рисуем с вами. Круг. Все, я сам, все. Молодец. Молодец. Я 11 раз делаю. Молодец. В одну сторону и в другую. А он шарик шьет. Я к тебе в гости пойду сегодня чай пить. А я к тебе в гости пойду. Молодцы, садимся на коленочки. Спинка у нас прямая. Ручки на. Ушки мы доставим левым ножкам. Правым. Левым. Илюша, правым. Левым. Правым. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Вниз. Вверх. Молодцы. Влево. Вправо. Влево. Вправо. Влево. Вправо. Круговые движения в одну сторону и в другую. Девушка осталась. И манюшка. Молодцы. Запоминаем, кто где сидит. Ярослав, Никита. Я уберег. Сосредоточились. Садимся, как лягушки. Ручки ставим перед собой. Ножки у нас как пружинки, ножки как пружинки, голову прячем, ножками отталкиваемся и делаем кувырок. Головой не касаемся, головой татами не касаемся. Хорошо, 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 молодцы, молодцы. Садимся как лягушки, только спиной. Подбородок прижимаем к груди. Делаем кувырок назад и ножки закидываем за голову. Так, хорошо. Молодец, Никита. Молодец, Максим. Давай, давай, давай. Я делаю. Так. Да, ручки ставим. Ручки ставим там, где ушки у нас. Ручки ставим там, где ушки. Молодцы. 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 Так. Не кружится голова? Так, тележка идет. Никита с Ильей, Ярослав с Максимом. Туда, обратно и поменяться. Так. Никита, пока он не ляжет, не надо его за ноги хватать. Ложись, Илюша. Давай. Все, ложись, Максим. И Марюха с мамой. Тележка идет. Крепко держим, не отпускаем. Максим, Марюха с мамой. Стены не врезаемся. Ярослав, не толкай. Не толкай, он должен сам идти. Тот, кто держит ноги, тот не толкает. Если будете толкать, то можно упасть. Так, меняйте. Меняйте.
Ручки убегают, останавливаются. Ножки догоняют. Ножки останавливаются, ручки убегают. Никита, не спеши. Не спеши. Давай, давай, Илюша, надо до конца дойти. Нет, еще лучше книжки. Да! Я! Мурзилка. Так, то же самое, только спиной. Ножки у нас убегают, ручки догоняют. Это как паучки. Это что? Как пантера. Это как пантера. Как пантера. Никита, делай. Так, хорошо, молодцы. Подтягивание за ножки. Так, Максим, Сирослава, Илья с Никитой. Никита, почему я? Ложись. Так. Делаешь два шага, Илья. Никита подтягивается. Ярослав, ногой не отталкиваешь. Только руками. Ручками подтягивайся. Максим. Так, хорошо. Держим его на месте. Ногами не отталкиваемся. Ногами не помогаем себе. Так, хорошо. Молодцы. Внимание. Ярослав, иди сюда. Сюда залазить нельзя. Это охраняется драконом. Кто сюда залезет, сразу отправится в пещеру дракона. Вот туда пришел дракон. Так, внимание. Идем сюда, ко мне. Ты что на канал залазишь? Ярослав, иди сюда. Максим с Ярославом. Илья? Никита. Ты первый номер, ты второй. Запоминай. Ты первый, ты второй. Первый номер садится бочоночком. Так, как бочоночек у нас сидит? Вот. Первый номер Максим садится бочоночком. Второй номер подходит. Подожди, мой друг. Вставай, я буду считать. Ярослав, все, шутки кончились. Немножко нужно посерьезнее становиться сегодня. Раз, ручки выкинули. Два, голову прижали. Три, сели. Четыре, упали, сделали капот. Ярослав, голову всегда прижимай. Вставай. Подожди, Ярослав, вставай на ножки. Все. Вот это вот, знаешь что? Да, знаю, имей хвост. Это хвост дракона, Ярослав. Он очень больно сжалит. Поворачивайся. Больно сжалит. Встаем на ножки. Ручки вытягиваем. В сторону. Ярослав, в сторону. Стой. Не спеши. Раз. Ручки вытянули. Два. Подбородок прижали. Три. Сели. Четыре. Упали. Сделали хлопок. Так. Встаем на ножки. Вставай. Бульвецкие шаги. Приготовились. Один. Ручки вытянули. Два. Подбородок прижали. Три. Сели, четыре, упали, сделали хлопок. Так, и приготовились еще раз. Голову опусти. А
Один, два, три. Голову прижми. Четыре. Голову прижимай, Ярослав. Поменялись. Тот, кто был бочоночком, становится на ноги. Илья, вставай на ноги. Приготовились. Над ровненько встать. Бочоночек не шевелится, лежит. Все. Бочоночек превратился в камень. Илья, встань на ножки ровненько. Спинку выгляни. Один. Ручки вытянули. Два. Подбородок прижали. Три. Сели. Четыре. Упали. Сделали хлопок. Молодцы. Встаем на ноги. Встаем на ножки. Приготовились. Один. Два. Три. Четыре. Приготовились. Один. Два. Вот сюда садишься. Смотри. Далеко садишься. Вот сюда. Три. Четыре. Если будешь садиться вот сюда, тогда не будет так высоко. А если будешь садиться сюда, очень высоко падает. Поэтому приготовились еще раз. Не спеши. Один. Ручки вытянули. Два. Голову прижали. Три. Вот сюда садишься. Четыре. Вот, видишь? Намного мягче падает. Так, смотрим, как Илья делает. Один. Два. Три. Четыре. Хорошо. Так. Так. Молодцы. Молодцы. Мате. Можете попить. Внимание. Друг в друга не врезаемся. Не толкаемся. За кимоно не хватаем. Понятно? Все, мы не кувыркаемся, мы кувырки вперед не делаем. Да. Еще раз тебе повторяю, мы кувырки вперед не делаем. Так, Никита. Вот так вот можно садиться ручки. Раз и встать. Запомнили? Так, еще. Убегайте, убегайте, убегайте от мяча. Убегаем от мяча. Убегаем от мяча. Убегайте от мяча. Да. Вниз. Нет, сразу паук.
Вниз, так же. Не отпускай, не отпускай, не отпускай канат, не отпускай канат. Так, это что такое? Ярослав. Не толкаемся. Не толкаемся. Так, хорошо, катаемся бочоночком. Бочоночком катаемся. Все, превратились в рыбу. Рыбки, рыбки не умеют разговаривать. Черный пуган, черный паук, подбородок прижимаем, подбородок прижимаем, ножки охватываем. Садись. Еще иди сюда. Ярослав, встань. Ярослав, встань, Серёжа, иди сюда. Подходим ко мне. Подходим сюда. Подходим все сюда. Внимание, показываю, как мы с вами будем ходить. Мы с вами будем идти боком. Вот так вот, боком. Только по канату. На татами наступать нельзя, только по канату. Ручки в стороны и держим равновесие. Это что, как будто там я? Как будто внизу пропасть, яма. Нет, как будто внизу я. И акулы. Все, прижимай. Вот по канату. По канату идем. Так. Хорошо. Не падаем, держим равновесие. Так, отлично. Теперь начинаем вот так вот идти прямо. Прямо идем. Прямо идем. Прямо идем. Прямо. Прямо, прямо идешь. Прямо идешь вот так вот. Прямо. Вот. Не толкаться. Не толкаться. Не толкаться. Подожди. Стоим. Так. Не толкаемся. Илюша, иди сюда. Стой. Иди. Стой. Подожди. Ровненько сели. Ровненько, спокойненько. Глазки закрыли. Болтать перестаем. Носиком делаем вдох. Ртом выдох. Глазки не открываем, глазки закрыты. Носиком вдох. Ртом выдох. Успокаиваемся. Перестаем болтать. Рыбки не болтают. Так, а теперь вспомнили. Вспомнили в голове, закрыли глаза все, что мы делали сегодня на занятии. Давайте попробуйте вспомнить. Не показывай, Илюша, а вспоминай. Просто вспоминайте закрытыми глазами. Глазки закрывай. Носиком вдох, потом выдох. Все, успокоились. Вспомнили, что мы сегодня делали? Молодцы. Так, а теперь настало время подарить, который я обещал. Я и ваш учитель Геннадий Игоревич, мы сейчас вам подарим вот такие журналы «Мурзилка». Это очень интересный журнал, детский. Здесь есть много рассказов, вам почитает мама, папа, бабушка, дедушка. Здесь есть стихотворения, здесь есть вот такие штучки можно вырезать, видите? Какие-то штучки можно, раскраски здесь есть, кроссворды, загадки. А лабиринты есть? И лабиринты, много чего есть. И еще я вам подарю вот такие брелки. Мурзилка и дзюдо. Вот такие брелочки на ключи. Или на сумке повесите. У меня там есть брелок.
А это еще один. Это пояс желтый. Вам, когда будет 10 лет, вы получите желтый пояс. Вот у вас сейчас он белый, а будет желтый. Понятно? Да. Кто будет заниматься, получит желтый пояс настоящий вот такой. А пока я вам дарю маленькие брелочки вот такие с мурзилкой. Садитесь. Итак, садитесь. Кто у нас первый? Илюша. 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 Илья, спасибо. Спасибо. Держи, Илюша, журнал. Спасибо. Молодец. Садись. Подожди, садись. Еще не уходим. Ярослав. Да. Ярослав. Спасибо. На здоровье. Никита. Белочки. И Максим. Садимся. Ровненько садимся. Так, заканчиваем занятие. Давайте сядем ровно еще раз. Ну, я. Сядя вот так на коленочки сели. А потом посмотрите там уже. Ярослав, ровненько садись. Ярослав. Ребята. На коленочки. Хорошо. Приготовились. Сели ровненько.